Экономить на покупках несложно, если ходить на шопинг в сетевые магазины. Найти здесь можно товары хороших демократичных марок и известные бренды. Скидки всегда на нужные позиции. Бытовую химию, косметику, посуду в сетевых магазинах могут достигать и 40%. Ведь каждую неделю такие супермаркеты проводят акции на разные группы товаров. А иногда можно наткнуться на еще более выгодные предложения. Купив один товар, вы получаете второй абсолютно бесплатно. Например, вы покупаете фен и плойку получаете в подарок. Данная распродажа проводится в связи с закрытием магазина на ремонтные работы. Под подобную акцию обычно попадает абсолютно все. Текстиль для дома, постельное белье, например. Можно купить два комплекта по цене одного. Посуда, она тоже всегда пригодится. Берете кастрюлю, а сковороду или набор стаканов получаете в подарок. То же самое касается и косметики. Покупаем тушь, а помада бесплатно. С 17 по 23 сентября в Хакас Косметике акция «Один равен двум». Купи одну вещь, вторую получи в подарок. Внимание! Акция действует только на торговой 14. Магазин закрывается на ремонт и ликвидирует весь ассортимент. А 20 октября Хакас Косметика на торговой приглашает на торжественное открытие. Всех покупателей ждут подарки и розыгрыш телевизора.